Боевые действия на Донбассе спровоцировали увеличение количества сирот. Около 80 тысяч малышей находятся в интернатах по всей стране. В то же время детей из Донецкой и Луганской областей в этом году усыновляли чаще других. Только благодаря порталу «Сиротству нет» фонда Рината Ахметова в этом году свою семью нашел 761 ребенок. Тему продолжит Татьяна Блинова. Алла с Сашей за 6 лет сменили уже 3 интерната. Сначала это был детский дом в Торезе, потом в Одессе. И уже свой второй Новый год дети встретят в Светогорске. Сейчас в изумрудном городе находится более 200 воспитанников, эвакуированных из Донецка, Авдеевки, Снежного, Тореза и Амвросиевки. А здесь хоть мы уже и второй год уже пошел, но мы здесь не можем никак привыкнуть. Как и все остальные тут, они мечтают о родителях. Анкеты Саши, Аллы и их младшего брата Ростислава размещены на портале «Сиротству нет» фонда Рината Ахметова. На протяжении 6 лет портал помогает детям и родителям обрести друг друга. За это время новые семьи нашли почти 8 тысяч детей. Основная задача, которую перед нами поставил Ринат Леонидович Ахметов, это оказать максимально эффективную системную помощь детям-сиротам в поиске семьи. И на самом деле сегодня мы считаем, что портал «Сиротству нет» – это такой наиболее короткий путь между ребенком и родителями. Юлия и маленький Дима выбрали друг друга. Первый раз женщина увидела малыша на портале «Сиротству нет». А когда пришла в интернат, мальчик сам указал на нее. Заходя в одну из групп, я заходила последней, вот этот маленький мальчик просто ухватил меня за юбку, и я не смогла его отпустить. У женщины уже есть взрослая дочь. Решение усыновить ребенка близкие сначала восприняли с настороженностью. Сначала отговаривал, говорил, что ответственность большую на себя будешь брать. Вот, подумай хорошенько. Ну, потом взяли, полюбили его. Давай. 4-летний Дима – любимец всей семьи. С удовольствием танцует, рассказывает стихи, играет с дедушкой. И уже знает, кем хочет стать в будущем. Кем ты будешь, когда вырастешь? Папой. Каждый ребенок имеет право на семью. Эти слова Рината Ахметова стали лозунгом портала «Сиротству нет». Благотворитель всю жизнь помогает детям. На протяжении последних 15 лет его помощь становилась все более масштабной и системной. Ринат Ахметов помогает сиротам, тяжелобольным и всем детям, которые нуждаются в поддержке и опеке. Когда на землю Донбасса пришла беда, Ринат Ахметов сразу поручил спасать детей. С этого и началась работа гуманитарного штаба. Мы эвакуировали детские дома семейного типа, детские дома. Мы увозили детей от войны, от беды и от пожара. Мы спасали детей и продолжаем их спасать сейчас. В философии Ахметова как человека, бизнесмена, благотворителя, всегда остается тот, кто наибольше всего нуждается в помощи. В первую очередь это ребенок. Ко дню Святого Николая подарки и поздравления от Рината Ахметова получат более 210 тысяч детей. Эту масштабную программу реализует гуманитарный штаб вместе с активами и предприятиями группы СКМ. Ринат Леонидович, вам самое огромное спасибо, потому что это действительно это благое дело. Это самое большое дело, когда помогаешь таким детям. Татьяна Блинова, Юлия Меншакирова, Виктория Чистюхина, Данил Киреев, Владимир Конопля. События. Канал Украина.